Новый крок у развития птушкогадоули. Сегодня в Мазырском районе урочисто открыли ферму для выращивания батьковского статку бройлеров. Могутность 5 миллионов яек за год. Новый объект допоможет вырашить шерох значных экономичных пытаний, у тем лику импортозамещения. Подробности у сюжете наших корреспондентов. Новая ферма размещена у третьем отделении Саугаса комбината «Зара». До предприемства она была долучена в 2009 году. Стан многих объектов, побудованных еще в середине минулого стагодия, не отповедал потребованиям часу. Керавництво господарки распочало модернизацию. Реконструкция этой фермы стала опошней у программе запланованного. Работы ожицавлялись на протягу 2 лет уластными силами господарки. Было набыто самое сучасное обсталевание, которое позволит не только повысить экономичные выники, но и полегчить право у людей. Усе вытворчие процессы автоматизованы. На территории находится 5 птушников, могутность 5 миллионов инкубационных яек за год. Как отзначено подчас урочистой церемонии открытия, реализация этого проекта вызначает стратегию развития Зары на несколько годов. Наступный крок – будовництво инкубатора. Если мы уже начали производить инкубационное яйцо, то следующий этап, и сегодня мы занимаемся, сегодня проект находится в экспертизе, и ближе к осени мы начнем строить этот инкубатор, чтобы в следующем году, вот, опять же, в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь, тоже ввести такой значимый объект в эксплуатацию для нашего предприятия. Плануется, что на полную могутность ферма выйдет до конца года. Это позволит повысить выручку господарки на 5-7%. Зараз, до речи, она складает 9 миллионов за месяц. Новый объект позволит працоулаткавать 20 человек, а так само, как отзначил старшиня облвыканкама Геннадий Соловей, замацевать статус Мазырского района как одного из самых развитых в Украине. И что не меньше важно, вырашить пытание импортозамещения. На сегодняшний день перед ними стоит задача, в первую очередь, конечно, это получать птенца. Для того, чтобы не тратить свои денежные средства для приобретения на стороне. Ну и раньше мы прекрасно понимаем, что мы покупали за границей. Сегодня это развивается. Концепция, принятая руководством и района, и предприятия, направлено на то, чтобы инкубационное все это управление было развито здесь. Тема развития птушкогадоули у регионе не стратить актуальности. На черзе пропрацовка пытания открытия фермы по выращиванию гусей у Брагинском районе. Дмитрий Котов, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.